Всем привет, с вами PSN Games, мы возвращаемся к Killzone, и это последняя серия. И нас разделили, и наша задача вывести вторую систему охлаждения. У всех разные миссии. Кто ее не смотрел? Какие поручения у всех? Посмотрите. Suits for our platoon. You think a half-breed and a few humans really stand a chance against the will of Asari? Got company! What was that? Так это уже... уже оружие уже так сначала проверим вверх так есть никого. Сменить мы всегда сумеем, так что... Так, где наша? Я где-то здесь видел. С какой-то стороны надо... А, вот она. Это первая. Там их двое, по-моему, или... количеству. Так, а у тебя, да, нам однозначно наверх. Я не знаю, что ты не стрелял, но должен был. Я именно Хелгасту. А у тебя меняем. Okay.
Очень все плохо у нас со здоровьем. Я, кстати, говорил, что будет, да, дополнительная серия, поэтому эпизод последнему. Система охлаждения у них выведена из строя. Так. Ну, теперь уже к Адамсу уже. Я, честно говоря, не помню, но у всех вообще, да, разные направления вообще. И, кстати говоря, у Рико самая простая, но и одновременно сложная. Это справиться со всеми. I suppose this to be expected. You would never have been content with Linty's death. The war is over. Without Linty, the attack will come to nothing. But they will be back. Visari will never give up on Vecta. You don't get it, do you? They see us as the aggressor. They are fighting to claim what we once stole from them. Fighting to prevent another imperialist ISA attack on their homeland. I cannot stop the Earth fleet now. The Hellgast on board take no notice of me. There's never any pity, no mercy for the traitor. You're a murderer, Adams. A murderer, a traitor, and a coward. What are you gonna do? Kill me? It won't solve a goddamn thing. You got Linty, but it wasn't enough, was it? No. Templar and his little band of fuck-ups have to come here and save the day. If only you could see the visions Visari has shown me. The power, the lengths to which they are willing to go. They will never stop. They will never be bargained with.
If only you could see how insignificant this victory of yours is to them. Your friends have been captured. The platform is breaking up. Don't you understand? You don't stand a fucking chance! Так что... Хелгарсон, ну, как он сказал, что это мы агрессоры. Ну, по ней так и есть. А у тебя... Будь очень осторожен. У нас нету ничего взрывного. Та сторона -то тоже откроется. Это они отсюда прошли. О, это я плохо. Так, а вот сейчас надо как раз аптечки.
А вот это все очень плохо. Очень-очень-очень. И вот про это забыл. Что мы еще один. Охраняйте меня. Так, там никого. Все, берем аптечку. Он-то и вообще легкий, кстати, игра. Вот и все. Comms are coming back. Get through to them and see what the situation is. And tell them about Adams. First call I'll make. Looks like most of the Earth fleet got through okay. They'll send more forces, won't they? The Hellghast, I mean. Yeah, they will. And we'll be there to meet them. Ну что ж, на этом... И мы все прошли. Киллзоны. Ребята, все. Я думаю, что я не буду, наверное, делать
три эпизода наших героев других. Потому что, ну, это долго. Час. Ну, и наверняка они будут еще смотреть. А мы закончили Киллзоны, и нас ждут вторая часть Киллзонов. Как наши ребята, ну, другой состав уже, конечно, будет. Я не помню, сколько там уже прошло уже. Отправляются на Хелган. Такой маленький спойлер, кто не знает. А на этом все, ребята. Подписываемся на канал. Кто не подписан, ставим лайки. И самое главное, на колокольчик ставим. Кто еще не сделал этого. И еще самое главное, вступаем в наши группы Одноклассники и ВК. Потому что там бывают тоже очень интересные видео будут. Эксклюзивные, которые не будут у нас на Ютубе канале, но будут в группах. Так что на этом все. С вами был PSN Games. И до скорых встреч, друзья. Bye-bye. Надолго не прощаюсь.